Всем привет. Здравствуйте. С вами The Station. И раскопали мы в закромах очередной артбук. Вернее, скетчбук. И не абы кого, а самого Джона Бланше. Того самого Джона Бланше, который придумал весь Вархаммер, по сути. Как он выглядит. Все, что вы смотрите на полках, ваши миниатюрки Вархаммера, так или иначе, создано при участии ума этого дядьки. Да. Очень хороший художник. Погнали. Опа. Довольно старая книжка. В свое время стоила 15 фунтов всего. Уже лимитная, сейчас не выходит, только на eBay за большие деньги сможете найти. Какого она года издания? Посмотри, пожалуйста. Эта книжка 2001. 2001 год. Блин, да, ей уже 2001 нормально лет. Да. Вот. Да. Его старые работы, скетчи, наброски, посвященные созданию персонажей для Инквизитора, для игры Инквизитор. Да. Очень крутой игры, кстати. Да. 10 лет Вархаммеру, считай, там было, ну, без малого. А тут уже прошло 16 лет. Представляете? И вот, собственно говоря, заметки Джона Бланше по поводу этой игры. Это был RPG такое на столе, 40-миллиметровые миниатюры, да. Скирмиш, с ролевой, ну, опцией, с прокачкой, со всеми делами. Ну, реально. И вот здесь он придумывал каких-то персонажей, концепцию вообще этого мира. Да. Инквизиции. Той самой инквизиции, которая потом из одной редакции в другую уже развивалась как сторона конфликта в Вархаммере 40 тысяч. Это, вот, пожалуйста, инквизиторы. Святые орда имперской инквизиции. Да. Инквизитор в броне, вот он пишет, орда Малеус, орда Хилетикус, орда Ксенос. Три самых. Ветеран инквизитор, он какой старичок. Курта Пизиархи тут написано есть. Вот. Называет культ. Ресуркционисты. Что это? Белые... United White People, White Humanity. Объединяют человечество, Орда Малеус, бла-бла-бла, тут не понимаю. Ну, его заметки по бэкграунду и своим картинкам. Инквизитор-радикал, это уже злой инквизитор, который продался хаосу, использует дары хаоса для борьбы с хаосом. Вот так вот. Клин-клином. Очень здорово. Это культ ассасин. Нет, нет. Инквизитор фимейл. Ну, это такая, знаешь, молодая Катя Грей Фокс на самом деле. Да. Она была молодая, ей нужны были деньги. Опять инквизитор. Еще какой-то. Вот. Мужик. Что? С пулеметом. Ну, это какой-то. Или что это? Вот. Машин-гад, культист написано. Да, это Курус. Это культист бога машины. Механикум. Тех, кто мы знаем, как механику мы сейчас. Кстати, на нашего похож. Маппета. Есть такое, кстати, дело. Ну, вообще, кстати, Наташка, наверное, с этого арта его делала. Ну, вот. Солнечный священник. Solar Priest. На фоне солнышка. Да. Какой-то вот келиокультист. Тоже, как бы, есть, видимо, культ солнца был какой-то, да. И вот это такой вот парень. Очень, кстати, круто. Так вот, блин. Ему бы рисовать, знаешь, концепт-арты какого-нибудь Mad Max'у там, чтобы сняли крутой фильм по этим еще. Это да. Наброскам. Реально все очень смотри, подробно. Смотри, Drill Abbott. Да. Ну а что, вот такой вот, да. Горячий аббат. Священник, боевой священник, Battle Школа Priest. Школа про гениум. Дальше, мужички, у них какие-то... Ну это такое? Присты. Зонтики? Зонтики, я думаю, что это какие-то культисты еще очередные. Угу. Может, это бомбы гигантские со спиной. Помнишь, как в Serious Sam они там бегали, да, такие с головами бомбами? Точно. Может, что-то похоже. И видишь, тут везде рожи. Разные бородачи. А этот мороженку ест. Я не думаю, что ему вкусно. О, Rock Trader. Renegade Nobility. Это какие-то, вот видишь, высокие лорды и прочее, которые там... Классический арт, кстати. Да. Которые всячески сопротивляются. Угу. Слово императора. Смотри, да, он такой нарисовал, как будто такие скотч, да. Имперский. Рок трейдер. Имперский скотч. Капитан, да. Капитан пиратского корабля. Рок трейдер. Ну, кто такой рок трейдер? Это капер. Капер. В космосе, да. Вот, классный мужик. Баба. Губы. Непонятно. Большие, такие прям сок. Да. И каблук. Что здесь? Imperial Nobility. Winter Сотка Counter. Лом. Какая-то зимняя графиня или типа того. Это что-то выглядит, конечно. Да. Реально, с орлом, с сервочерепами. Mm-hmm. Блин, эти арты, кстати, мало где попадаются. Сестра Репентия. Mm-hmm. Это уже как бы раскаявшаяся сестра битвы. Ну, они такая, да, безумная, как вот последние арты были, крайние из четверки. Там, где был кодекс Witch Hunter. Там они, кстати, совсем такие безумные. Безумные садомазерши. Да, здесь просто такая фуриоза. Вот фуриоза. Похоже. Так. Вот еще.
А, это кто, кстати? Вип Мистрес какая-то. Ну, это погонщица. Это да. Погонщица этих репентий как раз и есть. Очень круто с такими. Сестра Апокалипсиса. Тоже. Поджигательница с огнемета. Все нормально. Вот эти, конечно, картинки мало кто видел и помнит. Space Marine. Легион Асастарта. Space Marine. Тоже вот придумал. Айскар. Серый рыцарь, Ладенчик. Между прочим. Это Серый рыцарь? Да, ну он похож, видишь, но тут написано Архаик Марин. То есть старый, типа, древний доспех. Но вообще, если мы посмотрим, то очень похож на тех серых рыцарей, которые сейчас. Эти геральдические щиты, алебарда, как бы классическая. Не кустодианская, а именно вот как у серого рыцаря сейчас. Выглядит прикольно очень. Топорик у этого парня. Хасита. С цепями, как всегда. О, смотри. Несмертный Джо. Это санкционированный охотник за головами. Айлен Банги. Да, Айлен. Причем еще и какой-то мутант-пришелец, но разрешено ему охотиться, выполнять заказы инквизиции. Очень эффективный, видимо, парень. Конечно. Имперская гвардия. Ветеран. Ветеран имперской гвардии. Смотри, какой реально дикарь. Катачанский нож. У него, видишь, копье сделано из катачанского ножа. Например. Реально такой ветеран. Девушка. Тоже ветеран. Сержант. Блин, отличные Сержант. Картинки, я, конечно, вот смотрю, и крутая книжка. Хорус. Хорус. Если бы. Хорус в молодости. Хорус приехал от бабушки. Я у мамы проповедник. Такой стоит с мечом и болт пистолетом. Воин-священник сынов апокалипсиса. Видимо, тоже какая-то секта. Крестоносец, вот, пожалуйста, он. Да? То есть, тот самый классический парень с щитовым мечом, который в свете инквизитора. Да. Бывал. Это вич-сикер. Да. Толстый аббат, который ищет ведьм. Именно. А вот так. Slaver Huntress. Охотница за рабами. Ну, тут надо, кстати, сразу цензуру врубать, потому что сиська, видишь, нарисована голая. Да, это не сиська. Да ладно, еще какая сиська? Да не сиська это. Ты плохо разбираешься в сиськах. Ладно, если, короче, сиська, пишите в комментах, там да или нет. Блять, если да, то надо замазывать. Я не хочу замазывать, это не сиська. Хорошо. Штрих. Хорошо. А вот парень, который... Эй, Магнето! Получил ряда циклов. Вот это, кстати, смотри, это самое. Энфорсер. Энфорсер, она как арбитр. Но вот инквизитор – агент Энфорсер. Я даже не прочитал, просто Энфорсер сразу видно. Шляп, потому что. Очень прикольно. И вот уже еще Энфорсер. Да. Очень крутые парни. Ворден. Такие судьи дреды. Криминал. Скам. Отлично. А это кто? Черный священник. Блэк Прист. Ну, какой-то, видимо, тоже помощник инквизитора, судя по всему. Если, может, это наоборот не инквизитор, а инквизиция, да, Блэк Прист. А, вот. Хаос, чемпион, магус. Ну, да, злодей. Сожгу. Реально злодей. Смотри, падший хаотик. И мученик. Падший хаотик и мученик. Культист. Отличный поэт. Это явно культист Хорна. Да. Да. Явно культист Хорна. А это Сланыша. Сидс Прист какой-то тоже. Силиф. Культы. Имперские культы. Машин Гад. Аркана культы. Ну, в общем, вампайр? Это... Вампайр культы. Ну, которые кровопийцы, да. Я думаю, что они типа думают, о, мы как вампиры. Ну, типа такие, Сумерек пересмотрели. И посасывают у всех. Другие. Вот отличный культ. А вот смотри, знак на дороге, типа. Таким не ходить. Отличный культ, видимо, под каких-то гоблинов. Да. Культ легионов. Нет, культы, типа, мы легион. Нас легион, говорит. Да. Что тут еще культисты. Блин, вот реально такое, знаешь. Мороженки. Это самое, как называется. Рейдеры. Рейдеры. Такие постапок рейдеры. Редемшионисты. Ну вот, это уже более такие классические парни. По ним даже в Некромунде была целая банда таких. Они как куклусклановцы, только типа против хаоситов. Крутые ребята. О, Тескульт. Культ вот. Смерти. Вот, да. Те самые секси чики, которые помогают инквизиторам убивать всех плохих парней. Да. Они служат инквизиторам, поклоняются смерти. Очень секси и очень опасно. Секси-шмекси, не скажешь. Да, вот. Смотри, класс. Берсерки. Кровавые мученицы. Берсеркер-ассасин. Ты видел такое когда-нибудь? Нет. Реально, как бы ассасин-берсерк. Ну, нормально. Причем у него, видишь, Вагина. Еще и одна нога. Это уже не важно. Аркфагелиант.
Хроногладиатор. Попрошу. Хроногладиатор. С хвостатыми ногами. Да, хроногладиатор. Ну, наконец-то. За Хорна обещали хроногладиаторов. Это вот они сражаются с такими вот руками на аренах. Блин, а если почесаться захочется? Носу поковырять. Ну, потому они такие бешеные, не почесаться. Опять рок-трейдер. Ну да, что еще с него взять-то? Ну, с другой стороны, они же все пираты, нормально. Лекс-механик. Кстати, винтовка, как у новых скитариев. Астротелепат. С такой пищалью. Тоже мороженка, смотри, тоже с мороженкой. Ну, любят мороженое в 40-м тысячелетии. Мороженое со вкусом слез еретиков. Да, пиратто. Пиратто, отлично. Смотри, у него крыса. Видишь, маленькая крыса. Она от него даже бежит. Ну, вернись, дорогая. Крысы бегут с тонущего космического корабля. С тонущего космического пирата. Элдер. Это у нас Элдер Рейнджер. Ренегат-пират. Эльдар Ренегат-пират. Это почти как робот-капеллан из будущего. Чел-медведосвин. Робот-проститут, фашист-капеллан из будущего. Ну, типа того. Так, Деспирадус. Ну, просто тоже такой вот. Отчаянный мужик. Да, охотник за головами и крутой парень. Демон-хост. Даймон-хост. Ну, вот акрофлагелянты. О, мои любимые арклы. Были такие модельки. Можно, может, что-то достать даже. Угу. Они были, ребята. Причем делали для инквизитора 40 миллиметров большой, да. Парень. И были маленькие уже как отряд вичхантеров. Да. Очень крутые. Вернут мужики. Их, интересно. Класс. Смотри, он прям такой, как будто плюется. Я думаю, что он... и крыса такая летит. Уи-и-и. Когда ударился мизинчиком в тумбочку. Разорвало просто. Отлично. И ты при этом еще демон хост. И тебя вселился демон. Главное, чтобы не демон Нурла. Тут какие-то, вот, кстати, вот демон Нурла. Смотри, его какие-то маленькие парни держат на цепях. Видишь? Такие, нет, не нападай, а потом выпускаете. Толстяк и спорно. Или это он вот тыкает палкой, непонятно. Да, теребит Джагон его. Да. А это тоже мутанты. Ну, это Мутикс. Уже, да. Мутикс, мутанты, вот. Мутанты, да, нормальная тема. Их полно в подземельях, улья. Круто, это реально мутанты. Вот они все. Вот они все уродцы. И такой, смотри, козлоногий пляж. Это крутой. А вот это отличная штука. Смотри, у него он маппет крыса. Видишь, он маппет типа крыс. Кукловод. Он кукловод, так у него такая биомеханическая крыса. И он такой и управляет. Жалко, что вот по этим артам не делают ничего по Вархаммеру. Сейчас он такой каноничный. Сейчас, секундочку, который напоминает. Вот это вот. Ну вот что это такое? Какой-то плюшевый. Как Космополитен. Приторность, да. Космополитен. Глянец сплошной. А тут смотри. Вот так бы сделали. Вон, с отрезанной лошадиной головой. Барбарик Хэви Мутант. Очень классно. Очень классно. И Серого Черепа. Тоже, в принципе, одно из таких серьезных дел в Вархаммере. Смотри, молодой Джон. Молодой Бланше. А это Геф Торп молодой еще к тому же. Да. Он такой с бородой, сейчас с длинными волосами. И, в общем-то, все. Не знаю, книжка реально крутая. Если хотите познакомиться с творчеством Джона Бланше, посмотреть, откуда в Вархаммере из кучи вещей растут ноги, то это вот отличный просто скетчбук. Ну, да. На полке он реально будет круто смотреться. Единственное, вот что жалко, он реально маленький. Мало страниц. Да. Вот, так, слушай, это только для инквизитора. Хотелось бы побольше. Ну, вообще, это хотелось бы, блин, такую, знаешь, серьезную книжку с артами больше, чтобы уж насладиться по полной. Но реально круто. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. Не зря мы раздобыли эту книжку, чтобы вам показать. Ну... Пишите в комментариях, если любители творчества. А так, с вами были The Station. Спасибо за внимание. Пока-пока. Пока.